Во время своего выступления Бункерный наговорил много чего. Если вкратце, то это был очередной бред от выжившего из ума диктатора. Но я хочу остановиться на еще нескольких тезисах. Я думаю, все ожидания официальной версии, почему произошла авиакатастрофа, в которой погиб Пригожин. Многие говорили о российской ракете, которая поразила воздушное судно. Но это был бы не Путин, если бы у него не было сумасшедшей официальной версии. Готовы? Значит, на самом деле Уткин с Пригожиным обнюхались кокаином и начали кидать друг друга гранаты. Да-да, прямо в самолете. Как говорится, удивительное рядом. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Как вам такая причина авиакатастрофы? Сделаем вид, что поверили? Или все же заказ Кремля? Пишите свои мысли в комментариях, а еще ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наши каналы.